Сочинять и рассказывать сказки я начал давно. Записывал редко. Дед мой был сказочник, звали его Леонтий. Говорили о нем, большой выдумщик был, рассказывался к слову, все к месту. Я не застал деда Леонтия и не слыхал его сказок. В работе над сказками память восстанавливает отдельные фразы, поговорки, слова. Например, «Какой ты горячий, тебя тронуть, руки обожжешь». Или как девица гостя из Пинники рассказывала о своем житье. «Утресь маменька меня будет, а я сплю, тороплюсь». С Сеней Малиной я познакомился в 1928 году. Жил Малина в деревне, рассказывал о своем тяжелом детстве. На прощание рассказал, как он с дедом на корабле через Карпаты ездил и как собака Роска волков ловила. Чтя память безызвестных северных сказителей, моих родичей и земляков, я свои сказки веду от имени Сени Малины. По мотивам сказок Степана Писахова. Налим Малиныч. Было это давно, в старопрежнее время. Я в те поры не видал еще, какие парады-то бывают. А по зиме праздник был. На Соборной площади парад устроили. Солдатов нагнали, пушки привезли, народ сбежался, я пришел поглядеть. От толкотни отошел к угору, сел к забору, призадумался. Вижу, пушки в мою сторону поворочены. Я сижу себе спокойно, знаю, что по холосту заряжены. Как из пушек грохнуло, меня как подхватило, выкинуло через забор, через угор. Покрутила меня на одном месте, развертела, да как трахнула об лёд ногами. Ко дну иду и вижу, рыба всяко спит. Рыбы, видимо-невидимо. Чем глубже, тем рыба крупней. На самом дне я на матерущего Налима наскочил. Спал Налим крепкой спячкой. Разбудился, да из просонок к прорви. И прямиком на Соборную площадь. А там ярмарка гуляет. Услыхал Налим гармонь и в пляс пошел.
Народ смеется, веселится. Стали шапку деньги бросать. Вдруг откуда ни возьмись, полицейский урядник. Увидал Налима и говорит: «Ах, сколь подходящий для меня Налим, на уху печенка на паштеть! Неси рыбину за мной!» Я говорю ему: «Ваше полицейство, не продается рыба, она мне за место собаки ученой и плясать, и служить умеет». «Кто такой позволил всяким рыбам на соборной площади танцы устраивать? Делай, что тебе говорят, а не то я вас обоих в Сибирь отправлю». Ну, что тут скажешь, пришлось идти. Дома он мне за Налима дал руб серебром и велел кухарке рыбу в кладовку снесть. А Налим, друг сердечный, в окошко выскочнул, да и ко мне. Обрадовался я, но, думаю, надо урядника проучить. Увидал урядник Налима, обалдел. Кабы еще такую Налимину, в полный мой аппетит будет. Опять руб дал, опять кухарка в кладовку вынесла. Налим тем же ходом в окошко, да и опять ко мне. Взял я Налима на цепочку и повел как собачку. На трамвай не пустили. Кондукторша требовала бумагу с печатью, что Налим не рыба, а охотничья собака. Мы и пешком до дому доставились. Дома в собачью конуру я поставил старую квашню с водой и Налима туда пустил. На калитку прилепил записку: «Остерегайтесь цепного Налима!» Напился я чаю, сел к окну. А покрасоваться, конечно. Личико рученькой подпер и придумал нового сторожа звать Налим Малиныч. Было два брата, два лазаря. Один был братец богатый человек, а другой братец убогий человек. Тут думал богатый, ты пирон пирова. А пирон и пировать пошел, и гостей он зазыва. Теперь перед воротами лазарь лежит, теперь широким убогий человек. Тут измолился убогий, да брату свое: «Уж ты, братец, богатый человек, уж ты напои, накорми, так и тебе Бог ведь и заплатит». А плюнул богатой, да прочь само то, что: «А что ты мне за братец, да что ты за родно? А есть у меня братцы ведь получше тебя.
получше тебя, их много золота серебра. Это давнее было. Ну, как давнее? Ну, всего-то лет 500 назад. Сам-то я не ручаюсь, что да как. А вот дедушка мой все то и сказывал. А дедушке его дедушка. А тому его пра-пра-пра-пра-пра-дедушка. Это все чистая правда. История, значит, такая. В Москве приключилась. В ту пору мороз так закручивал. Не то, что нынче. Зима-то вроде насморку. А тогда, бывало, воду плеснут, а она на землю льдом падает. О, холода какие. При таких погодах не то, что летать. Ходить страшно. Сиди на печи, да жуй калачи. Ух ты, я сейчас. Ну так вот, стало быть, а и жил тогда один мужичонка. Василий босиком в одной рубахе по Москве гулял, горю холода не знал. Все ему нипочем, всегда рот до ушей. Вот блаженным ты прозвали. И как-то промеж народу слух пошел. Вася денег не берет. Ну не то ж не берет, а все на площадь красную несет. Да через плечо кидай правую. А денежки те будто дрессированные. Одна к другой ложились. Прям по росту. Пятак к пятаку, копейка к копейке. А вот зачем оно, никто не понимал. А Василий сам про то не сказывал. Вот, денежки-то лежали, где легли. Люди их не трогали. Но может, только дурак какой ручонки свои жадные протянет. Ну, тут уж сам царь-батюшка поглядывал, чтоб все цело было, чтоб порядок, значит, был. Василий-то наш вообще всегда своим характером скучать народу не давал. И сам не скучал, без дел не сидел. Так вот, стал быть, на базаре такой случай случился. И вот ничего такого, тишина. А Василий вдруг взялся бушевать. Лапки повали. Еще хуже, прям не остановишь. Спятил, думали, совсем. И уж только после узнали все, что баранки-то порченые были. За место муки и звездка. Ох, как! Ну, народ тогда уж понял. И благодарить стали. Кто ты таком? Кто копеечкой? Ха-ха-ха.
А Василий хорошо уж наловчился через плечо правое. А детки-то обожали Василия. Целый день за ним ходят. А он им разные чудеса да фокусы показывает. А еще Вася видел то, что от других скрыто, спрятано, зарыто. Народ-то бывает загуляется, творит незнамо что. Василий уж тут как тут жалеет их непутево, потому что из их домов даже ангелы прочь полетели. Ангелов-то уметь надо разглядеть. О, вон они. А дети-то? Они и так ангелы. А ну пошли отсюда! Хватит! Вы что тут вообще растерялись? Пошли отсюда! Хороший дел делается, а худому человеку не спится, жадность его гонит. Явился, мало ему, подобрался как тать, денежки ухватить, а не оторвать. Конфуз вышел, прилип, хотел бежать, да нечем, ножки не идут. Ну так вот, теперь дураку время подумать было. Так и сидел этот, покуда народ не собрался. И прибили бы супостата, кабы не Вася. Он ты этого гада отпустил. Да только царь не простил. Уж вольно был строг. Приказал его во строк для примеру другим. С тех пор больше никто не думал баловать с Васиным богатством. И все своим чередом пошло. Вор во строге сидит, на облака глядит. Москва на месте стоит. Царь на троне восседает, государством управляет. А Василий все денежку собирает. И никто его не обижает. Так он все и собирал. И год собирал, и два, и три. Еще много лет собирал. А потом вдруг раз и перестал. Что так
такое? Что за новости? Народ заволновался. Гадает, что дальше будет. А как царь пришел, тут Василий знак и подал. Забирай, мол, деньги. Все. Что ж, знать пришло и его времечко. Ну вот, царь, значит, последнюю волю Васину исполнил. Деньжата к делу пристроил. Да и своих добавил. А как же. И вышло, значит, потом так. На деньги те не абы что. Собор построили. Прямо на том месте, на площади. И народ стал звать его храмом Василия Блаженного. А в иной какой день, кто самый глазастый, да внимательный, мог и самого Василия там углядеть. Да, оно и поныне так. Сходите, да сами проверьте. А когда проверите, то мне и поверите.
Thank you.
Шави корнис сачукреби, картули згапари. Подарки черного ворона. Грузинская сказка. Иходара, игора. Цхоровда эрти гариби оджахи. Было то или не было, только жили на свете Гоча, его жена Этери и их маленький сын Дато. Были они очень бедны. Хмерто, ратом так в саджи асе. Господи, за что ты нас так наказал? Пошла однажды жена к соседям просить пшеницы. Камарджуба, нуца, туше излеба, масы схет, сота. Здравствуй, нуца. Если можешь, одолжи немного зерна. Тиди мадлуба. Спасибо тебе. Камарджуба, Тамар, швидуба, шен соджахс. Тамара, мир твоему дому. Дай немного зерна взаймы. Тиди мадлуба. Благодарю тебя. Дали все по горсточкой, и набрала она достаточно. Ахлац, адида датес. Иди, посей. Может, уродится что-нибудь, и не будем так голодать. Пошел Гоча. Целый день работал. Скопал поле и засеял. А утром взошла пшеница. Проснулся крестьянин и глазам своим не поверил. Что за чудеса? Мадлобт упало! Обрадовался он, побежал домой. Когда наступило время жатвы, взял бедняк серп и пошел жать. Подошел он к полю и видит. Птицы как будто со всего света слетелись. Покрыли все поле и поедают урожай. Рассердился он, стал ругать птиц. Убирайтесь прочь, разбойники! Вдруг один черный ворон отделился от стаи, подлетел к нему и говорит: «Эс читеби, чем истум реби ариан? Эти птицы – мои гости. Я пригласил их, и если ты меня не осрамишь перед ними, то я трижды отблагодарю тебя за твою щедрость». «Карги, танахмавар!» «Хорошо», – сказал крестьянин. «Я согласен». Весь день проплясал Гоча с птицами и только поздней ночью возвратился домой. Утром жена спрашивает мужа. Гоча, садарис хорбани. Гоча, где хлеб? Джер армом цифебула, калу. Не созрел еще, обманул ее муж. Рассердилась жена. Мешенгачвене бусакмуро. Ах ты бездельник, вот я тебе покажу. Вспомнил тут Гоча слова черного ворона и решил пойти к нему за помощью. Идет он и не знает, куда идти. Где искать черного ворона? Эй, хорану, не дав садахар. Эй, ворон, где ты? Как тебе найти? Залез Гоча в кушин и оказался в царстве ворона. Подлетел к нему ворон и говорит. Камарджуба, Гоча. Здравствуй, Гоча. Видно, пришло время исполнить обещание. Вот эта мельница прокормит тебя до конца твоих дней. Тиди мадлоба, чему корану. Поблагодарил Гоча ворона, взял мельницу и пошел домой. Ох, рамдзиме копила из сапкави. Ну и тяжелая эта мельница. Увидела мельницу жена. Рассердилась. Эс рамуитане. Что ты принес?
ეს საფქვავია. მელნიცა принёс. Рад гиндода. Гана софелში ცოტა ასეთი საფქვავი. Зачем нам эта мельница? Ой. ეს რა არის? Что это? Расаоцария. Что за чудеса? Обрадовались они и позвали гостей. Стал Гоча хвастаться соседям. Мезоблебо, рогорц икна бедма кагвигима. Наконец-то, удача и мне улыбнулась. Теперь мне не стыдно самого князя на обед пригласить. Икнеп шен стравши дате улигал. Оставался бы лучше в своей коже. Зачем нам приглашать князя? О чем дикану? Молчи, женщина! Эй, батону! Эй, князь! Гоча! Это я, Гоча! Садидзе, гвецуе, туше излеба! Приходи обедать! Ух, растра! Какой стол! Захотелось князю узнать, кто же готовит такие блюда. Эсра соинтересу раме, какая хорошая вещь! Вот что, Гоча! Одолжи мне твою чудесную мельницу на время. Ай, меху гидхари, арунда да говорила я тебе, не нужно было приглашать князя. Стали они опять голодать. Решил Гоча снова пойти к ворону. Встретил его ворон и спрашивает: Камарджуба, Гоча, хом карги сапковье. Ну что, Гоча, как мельница? Эх, батон мац амарту. Да вот князь забрал. Рогор тут агартва. Как забрал? Эх, нехороший князь. Награмара ушёлся. Ну ничего, вот тебе осёл, он избавит тебя от бедности. Ты димадлоба, чему корану? Поблагодарил Гоча ворона и повёл осла домой. Ух, ше мартла джуто. Ух, упрямый какой. Увидала жена осла и опять стала мужа ругать. Эй, рад гвиндода, я стачача на кебули вири. Зачем нам этот мешок костей? Ис ауцилеблат гамугадгеба. Пригодится нам осел, спорит муж. Ой, что это? Расауцария. Насыпал ослик целую кучу золотых монет. Радуется муж с женой, не придется больше голодать. Я хочу, я люблю, не хочу. Рахмаури, что там опять за шум? О, эсвам Гоча. Это же чистое золото. Позавидовал князь богатству Гочи и приказал слугам той же ночи украсть осла. Пропало все богатство, как и не было его. Вернулись крестьяне в свой старый дом. Тут и зима пришла. Делать нечего, пошел Гоча третий раз к ворону. Эх, Гоча, верга уртхилдишен, чем сачукрепс. Не сберег ты мои подарки. Рага и цуба, эртхил кидев даге хмареби. Ну что ж, помогу тебе в последний раз. Бери этот сундук, да смотри, не открывай его раньше времени. Шуидобит, прощай. Шуидобит, чему корану? Прощай, ворон. Взвалил Гоча на спину сундук и пошел домой. Идет он и думает. Рогор гавиго, родис гавснаес. Когда же придет время его открыть? Как я узнаю? А князь не спит, стережет богатство награбленное. Нахэ тертирас ми отрыв с Гоча. Что на этот раз тащит Гоча?
Эй, Мсахурно, слуги, догоните-ка его. Оу, чачердит, курдебо! Стойте, воры проклятые! Бросился он за ними, да разве догонишь? Придется возвращаться домой ни с чем. Я каргискеврия. Не тарарищи, какой хороший сундук. Что же в нем? Вай, вай, гвардеби! Вай, мишвеля, чамем тронеклеби! Помогите! Сахурно! Слуги! Вайме! Вай, вайме, тави! Вайме, мишвеля, квишвеля, тхалхо! Я все верну! Вайме! На помощь! Вайме, гмерту, раукнахламе! Господи, что же мне теперь делать? Пропадет же семья с голоду. Дорогой муж, где же ты пропадал так долго? Посмотри, вернул нам князь Ясла и мельницу, и еще сундук подарок прислал. Вай? Мас шемдек, схоров да глехебес оджахи беднират та удар. С тех пор жили крестьяне дружно и весело, не зная нужды. В их доме всегда звучали песни, смех и голоса друзей. Momtsol sheli toalebi, gokoukena tsualebi, sitatskari do uberav, sikit moge barebi. Gokou sheli toalebi, gokoukena tsualebi, sitatskari do uberav, sikit moge barebi. Abare ranina, horlila, abare ranina, heee! Metu zulvar metzavar, shos gakshon lebi, gakets lebi, magram sheli, Я муха-корюха,
ხომაკი ია ლიგუშკა კვაკუშკა ატიკო ია შიროჩკა შიროშერეჩკა შიროშერეჩკა Я щирочка, щирошерочка, а ты кто? Мышечка, тю-тю-рю, тю-тю-рю, тю-рю, тю-тю-рю, тю-тю-рюшечка. Квакушка, я ящерка, шерушерочка, да мышечка, тетерюшечка, а ты кто? Заюшка из-под кустышка. Кто, кто, кто по терему? Кто, кто, кто во высоком? Муха-горюха, я вошь-поползуха, я блоха-попридуха, я комар-долгоногий, я лягушка-квакушка, я ящерка, шерушерочка, да мышечка, тетерюшечка, да заюшка из-под кустышка. А ты кто? Я лиса. Кто, кто, кто по дереву? Кто, кто, кто по высокому? Я муха-горюха.
ж поползуха, я белоха попридуха, я комар долгоногий, я лягушка подушка, я ящерка черушечка, да мышечка, тетерюшечка, да зайшка из-под кустышка, я лисок Патрикевна, а ты кто? Я волчище, серое хвостище. Хвостище, лиса Патрикевна, заюшка из-под кустышка, лягушка, квакушка, мышечка, тетерюшечка, ящерка, шерушерочка, комар долгоногий, блоха попридуха, вошь поползуха, муха горюха, а ты кто? Я медведь тяп-ляпыш, всех вас подгнётыш. Вы, конечно, слышали о великом потопе, о Ноевом ковчеге. А кто принес на ковчег оливковую ветвь? Смелый голубь. Прошли века, а старики все рассказывали молодым о великом предке. Однажды в родовом поместье на краю караимского села вылупился необыкновенный голубенок. Звали его Джурук. Он мог то, чего никто из его родичей уже не умел. Как и его геройский предок, он понимал язык людей. Но вот что и зачем делают люди
Жуврук не понимал. Вот дураки! Зачем высыпают зерно на землю? Не хотят сами съесть, отдали бы голубям. Ох уж эти люди! Прошло время. Голубенок Джувурук повзрослел. Он понял, что люди не такие уж глупые, но жадные. У них так много еды, но они и не думают делиться с бедными голодными голубями. Это несправедливо. Джувурук наблюдал за людьми, узнавал их тайны. И самую главную из них – где лежит еда. Молодой Джувурук очень хотел стать великим героем. Он поможет своему племени. Он восстановит справедливость. И голуби восхваляли его. О, великий голубь Джувурук! Однажды Джувурук услышал, что хлеб не уродился, и зима будет голодной. Нужно было что-то придумать, чтобы спасти голубиный народ. И Джувурук придумал. Он забрался в амбар сельского портного. Почему именно портного, спросите вы? Всему свое время, скоро узнаете. Но представляете, каково будет портному увидеть, что в закромах не зернышко? Ну, что я говорил? И тут раздался страшный голос. Эй, портной, пошей наряд для богача, да принеси его ночью на старое кладбище, тогда вернешь свое зерно. Ой, я забыл вам сказать, Джувурук и говорить умел. Ну что, поняли теперь? Нет, ничего, скоро поймете. Да, еще никогда портной так не старался. Джувурук тоже принялся за дело. Для начала он нашел старое осиное гнездо и припрятал в укромном месте. А еще он добыл клочки овечьей шерсти. Палки, палочки, косточки, веревочки, чурбачки и даже колесики. И зачем голубю весь этот мусор? Эй, портной, принес? Хорошо. Разложи-ка наряд на земле. Хорошо. А теперь забирай свое зерно. Оно здесь, в незанятой могиле. Легко сделать человека счастливым. Отними у него что-нибудь, а потом верни обратно. Так вот, что придумал мудрейший голубь. Чтобы помогать своим собратьям, он прикинется человеком. Задумано, сделано. И сотворил Джувурук человека. Правда, получилось скорее чучело. Но для голубя что человек, что чучело. Одно и то же. Корчма за селом пользовалась дурной славой. Там собирались нехорошие люди. Но Джувуруку это место понравилось. Вот бы тут поселиться. Получилось с портным, получится и с корчмарем. Отдай ключи от корчмы новому гостю, а сам убирайся, а то хуже будет. Должен сказать, что и другие постояльцы слышали голос и дважды просить себя не заставили. Сбежали. Остался в корчме только слуга. Трудно было понять, глухой он или нет, но говорить он точно не умел. Так что, если что и видел, держал язык за зубами. Задумано, сделано. Вскоре разнеслась весть по всей округе. Корчма уже не корчма. Поселился там праведник. Не ест, не пьет, не спит. Сидит над святыми книгами. Но все про всех знает. Ужас!
Стройте, люди, кормушки для птиц, искупайте грехи. Кстати, именно с тех пор и стали люди делать птичьи кормушки. Может быть, все же люди не такие уж умные, но и не такие уж жадные. Задумано, сделано. Устроил Джувру голубиному народу знатный пир. О, великий, великий голубь Джувурук! Решил показать Джувурук своим родичам, что же он придумал, сотворил. Не понравилось это голубям. «Не живи чужой жизнью!» — крикнули они на прощание. Но на следующее утро голуби прилетели опять. Ибо какой голубь не любит вкусной еды? Они клевали и осуждали Джувурука. Такой-сякой решил изменить своему роду племени. Как вам не стыдно, голуби? Джувурук ради вас же старается. Ой, а слуга-то умеет говорить, но только по-голубиному. Так у Джувурука появился верный друг и помощник. Оказалось, слуга не просто слуга, а Гугур, потомок самого царя Соломона, который умел говорить по-птичьи. Они обсуждали чужие тайны, которые приносил голубь. Гугур рассказывал Джувруку про людей, давал мудрые советы. Несите подарки праведнику, а не то раскроются ваши секреты. Все уважали и боялись всезнающего Джувурука. Он богател. Слава о нем дошла до самого правителя Кагана, и Джувурука назначили визирем. Он стал заседать в совете мудрейших, и ему уже было не до святых книг. Неожиданно Каган умер. Велико было горе придворных. Но кто же станет новым правителем? Джувурук! 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 И вот Джувурук стал правителем Каганом, а слуга Гугур – главным визирем. Дел было много. Но и про своих родичей Каган не забыл. Ему было лень летать, и он послал Гугура позвать голубей в гости. Но голуби отказались. «Не живи чужой жизнью!» – ответили они. О, как же разгневался Каган! Повелел прогнать неблагодарных голубей, разрушить их родовое поместье и построить на этом месте себе новый дворец. Задумано, сделано! В новый дворец входить мог только Гугур. Шли годы, голубь Джувурук все больше очеловечивался. И визирь Гугур предложил ему поразвлечься, как это обычно делают люди. Ай-яй-яй! Поползли слухи, в новом дворце творится такое, и даже вылетают оттуда крылатые чудовища. Но это уж слишком. Я лично в это не верю. Решили мудрейшины, что пора правителя женить. Каждый надеялся выдать за Кагана свою дочь. Но по совету Гугура, который и сам бы на ней с радостью женился, Джувурук выбрал дочку первого мудрейшины, красавицу Зайтын. Но у Зайтын уже был жених, Минеш, из славного рода. Даже свадьба была назначена. Но когда сам правитель? Ну и что, что как чучело? Задумано, сделано. Вот и день свадьбы наступил. Первый мудрейшина был счастлив. Шутка ли, стать тестем самого Кагана?
Кугур думал, стерпится, слюбится. А Джуву руку было все равно. Надо, так надо. Ой, что будет, что будет? Даже подумать страшно. И вдруг... Все забыл Джувурук при виде прекрасной голубки. Не только о свадьбе, но и о том, что он уже глубокий старик. Ведь голубиный век куда короче человеческого. Остался старый голубь Джувурук ни с чем. Правы оказались его родичи. Не живи чужой жизнью.